Нам еще паруса не хватает. Привет, я оператор. Посмотрите на эти облака. Они прекрасные, на это небо, то есть. Они просто прекрасные. Сегодня отличная погода. Всем привет, ребятки! И вы на канале My Little Nastya. И сегодня мы всей семьей будем кататься на лодке! Целый день, ребята! Это вообще очень круто! Я очень долго ждала этого момента. Мы, конечно, лодку купили пару дней назад, но погода была не очень хорошая. И шел дождь, но сегодня уже солнышко, и наконец-то мы покатаемся. Да. Надо взять с собой необходимые вещи. Что будет в Настином рюкзаке, сейчас увидите. Я с собой возьму кепку. Вдруг будет припекать солнышко, Настя спрячет свое личико. Да. Дальше носочки. Обязательно носочки. Угу. Костюмчик, вот такая кофточка. Кофточку берем обязательно с длинным рукавчиком. Да, и еще шортики. Шорты, Настя, и давай еще возьмем лосины. Лосины обязательно. Так как погода не очень теплая. Да. Я хочу взять... Черненькие бери лосины. Да, вот эти. Угу. Теперь, смотрите, если мы захотим купаться, то я возьму с собой купальный костюм. И еще на всякий случай... После купания можно будет одеть это платьишко, накидку, да? Чтобы мне не было холодно. Да, с капюшоном, чтобы согреться. Угу. Ну и на всякий случай два полотенечка. Два полотенечка. А еще зонтик. Вдруг будет идти дождь, и мы спрячемся. Расчесочку, и сейчас выберу какую-то резиночку. Вот. Самая обычная резинка родовая, ничего интересного. И в рюкзачок поставишь еще бутылочку с водичкой. Да, вот она, водичка моя. Ну а перекус и разные вкусняшки — это уже за мамой. Да. Папа пошел в магазин, купит сосиски, купит маршмеллоу, и мы будем жарить на костре. Вообще, я никогда не жарила маршмеллоу, да? Маршмеллоу. Я очень сильно хочу попробовать, я думаю, это будет просто... очень вкусно. Настенька, мы жарили, только ты, наверное, была еще очень маленькая и не помнишь. А, да? Может быть и так. Ну все, потихоньку собираемся и будем кататься. Да! Полотенца, конечно, не поместились в рюкзачок. Ничего страшного, возьму на руки. Все, я уже готова. Уже надувать нашу большую огроменную лодку. Надуваем наш корабль, да, Настюш? Да. Ты надуваешь лодку и себе тренируешь ноги. Трудимся все понемножку. Сейчас очередь Насти накачивать лодку. Принцип как в своем самокате. Безопасность, ребята, прежде всего. И, кстати, я буду такая яркая. Самая яркая на борту. Оранжево-желтая. Одеваем жилет. Ага. Ну как, угадали с размером? Да, мам. Хорошо, что не взяли поменьше. Даже карман? Настя, это на 8-10 лет. Ну мне как раз 8 будет. Ну покажись, капитан. Классно. Я капитан. Вот мы уже надули нашу лодку, установили сиденье, взяли необходимые вещи и отправляемся уже на воду. Попутного нам ветра и хорошего плавания. Теплая водичка. Мне холодная. Вашу ручку. Есть. Класс, мечты сбываются. А я здесь буду? Нам еще паруса не хватает. Ну все, мы уже отплыли от берега. Капитан нашего корабля. Папа. Всем хорошего плавания. Всем привет. Как же все-таки красиво. Ой, я прям...
купаемся мы всегда вот на этом пляжике. А сейчас подплываем к другому. Там мы еще никогда не были. Да, и я вижу, что там уже купаются чуть-чуть. Солнышко спряталось за тучкой. А я вам скажу, погода классная, но жарко. Ой, Тома. Смотрите, как теплая. Да, она реально теплая. Сначала холодная, а потом тепленькая. Настя. Что? У меня уже руки болят. Может, поменяемся? Папа, нет, я не готова, я против. Я шучу, я понимаю, что у вас сейчас смена капитана. Саша? Саша встает на весла. Я уже очень кушать хочу. Если честно, я ничего не вижу. Что я снимаю? Потому что солнышко. Так, ну если научиться, то отлично. В чем суть? Одновременно и не сильно, не спеша. Папа плыл сюда, к этому пляжу. Саша взял руль в свои руки и плывет куда хочет. Ой, классно, 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 классно. Это на Титанике, да, Настя? Нет, давайте пускай наша лодка с Титаником не ассоциируется. Это будет наша лодка. Наша удача. Удача, да, все, назовем ее лодка удача. Так, кушаем прямо на борту корабля. Спасибо. Мальчики, держите. Опа. Спасибо. Я немножко попозже. Хорошо, что я не за рулем. Приятного аппетита. Спасибо. Вкусненько, хомячок. Обалденно. Я уже хочу побыстрее сюда мотор. Да, мотором будет полегче. В роли пассажира лучше или в роли капитана? И так хорошо, знаете. Мне, если честно, грести приятнее. А тут еще чувствуешь такую ответственность приятную. Катаешь свое семейство по озеру. Впервые в жизни на лодке. Кстати, открою секрет. Это была идея мамы. Она очень давно хотела покататься на лодке. А потом как-то говорит, знаешь что, а давай просто купим себе лодку. Я говорю, классно. И на рыбалку буду брать. Можно будет вам? Конечно. Ну, в первую очередь нужно, конечно, накататься вот всей семьей. На рыбалку тоже можно вместе ездить. Правильно. Отличная идея, я не против. Я вытираю ручки. Настя делает мне замечание, что я ее держу и руками, и ногами. Как могу. Мама, мама не переживай. Переживает за ребенка. Не переживай за ребенка. Ой, вот. И ягодки, и орешки вместе. Берешь? Да. Саш, я сейчас чуть-чуть скушаю, а потом тебе дам. Это неудобно, я лучше сяду. Тут берега рыбаки. Кто-то рыбачит, кто-то купается, а кто-то на лодке катается. Мы уже далеко отплыли. Стих сочинил. Да. Кто-то рыбачит, кто-то купается, а кто-то на лодке катается. Класс. Самый маленький пассажир хочет уже отдохнуть. Да. Делаем для Насти кровать, чтобы было мягко и удобно. Так, все. Подушечки не хватает. Ну, я буду здесь. Вот так. Хочу. Ой, как же все-таки хорошо. Как? Озеро продолжается и продолжается. Поворачивает вон ту сторону. Какое же оно большое. Мы уже пару километров проплыли, девчонки. Да, действительно, смотрите, там такой заворот. Сейчас мы пойдем на дикий остров. Мама, не пугай меня. Встаю. Поздравляйте меня, я жилет сняла. Лодку оставляем на берегу, чтобы она не уплыла без нас. Ну что, пошли изучать остров? Я туда хочу. А, мы здесь совсем не одни. Какой здесь красивый песочек. Класс! Тяжело! Классное место мы нашли, правда? Очень. Смотрите, как здесь высоко, как красиво. Здесь один песок. Смотри, здесь даже мальчики играют в волейбол, баскетбол. Класс. А,
Если бы не лодка, мы даже бы не знали про это место, правда? Ага. Там папа охраняет лодку. Раз, два, три, начали! Не догонишь. Саша, помогай! Саша, помогай! А теперь я тебя ловлю. Ой! Тяжело бежать по песку. Ага. Помощь. Что будем дальше делать? Привет, я оператор. Идем посмотрим, как там наша лодочка и мама. Давай. Я хочу повернуть камеру. Ребят, здесь так хорошо прям. Чуть-чуть холодно. Какая свобода. А там жарко очень. Там жарко, а здесь темнечек. О-о-о! Ну что, продолжаем наше путешествие. Плываем дальше. Да, следующая остановка. Опять песочные. Острова. Место. Острова. Песочные острова. Острова. Кстати, когда мы были на море, мы с папой и Сашей играли одну очень интересную игру. Мы должны выкапывать руку, но чтоб... Ну, не дотронуться к пальчикам, да? Да, вообще к руке. И ее должны найти, поэтому я знаю, что она где-то здесь. Ну ты проиграла. Ну да. Я ее, короче, нашла. А теперь я. Давай. Все? Нет. Да. Руку. Ты коснулся. Естественно. Как там? Вот так? Первый? Ну все, его можешь. Ты. Второй. Ты. Третий. Ты. Четвертый. Ты. Пятый. Я думала, что мой хитрый способ сработает, но он не сработает. Я держусь. У нас с Настюшей уже мягкий диван. Да. Саша нам свой отдал. Ну что, девочки, возвращаемся этой же стороной. Давайте. По песочному большому песочному пляжу, да? Поехали, поплыли. Поплыли. Будь здорова. Будь здорова. Ребятки, кто любит купаться там в бассейне, в море, в речке, в озере, ставьте лайки. Посмотрите на эти облака. Они прекрасные, на это небо, то есть. Оно просто прекрасное. Сегодня отличная погода. Есть еда, можно поспать, попить, отдохнуть. Посмотрите на природу. Как настоящий домик, да, мам? Угу. Интересно, как бы вел себя Ким с нами на лодке? Ой, ну он, наверное, спрыгнул. Ему хотелось бы поплавать, да? Да. Погода отличная, чуть-чуть ветерок, но как раз хорошо. Нам здесь с мамой удобно. Очень, да? Нам всем здесь очень нравится, красота вокруг нас, мы просто вдохновляемся. Да. И советуем всем выходить на природу. Очередная наша остановка, и опять здесь горы песка. Может, давайте тут покупаемся? Давай! Согласны? Да. Кто будет купаться? Я будем купаться. Друзья, выезжайте со своими семьями, со своими друзьями на природу, на прогулку. На озеро, к воде, в лес, куда кто хочет. Кайфуйте каждый день. Вау. А еще можно вот так. Папа, догоняй. И как на лыжах? Мальчики такие сильные. И смелые. Настя, холодно. Давай, кто первый? Я привыкну. Пап, уже хорошая? Хорошая.
А как эти фонтанчики? Так. Настя, я уже в воде. Расскажи своим зрителям, какая водичка, как покупалась? Сначала она была холодной, но потом она стала теплой. А так-то я хорошо покупалась, но если бы я еще ныряла... Нырять то не разрешили, потому что она печень. Боимся, что ты не замерзла. Так, мы уже нагуляли аппетит, накрываем наш стол. Папа разжег огонь. Сейчас будем жарить сосиски и маршмеллоу. По 4 штучки, мам? Да, по 4, как раз. А потом я... А когда мы жарили сосиски, еще мы в доме жили, то я тоже папе помогала. Ну, молодец. Вот так. А пока все жарится, я подкрепляюсь малинкой. Я больше люблю малину, чем клубнику. Огонь уже то, что надо, и начинаем жарить нашу вкусняху. Я думаю, сосискам достаточно. Много не надо, да? Да. Как же вкусно на природе. Очень вкусно. Даже руками можно есть. Блестит, ребята, посмотрите. Ой, у Саши уже почти готово. У меня немножко... подгорело. Настя, ну в этот раз я думаю, что точно тебе запомнится то, что ты пробовала шашлык из маршмеллоу. Да. Расскажи свои впечатления. Как тебе сегодняшний день? Как проходит день на твоих каникулах? Мне очень сильно понравилось. Ребята, мы и поплавали, и походили на... в пустыне песочной. И еще покупались. И устроили пикник вкусный. Провели весело, интересно и полезно Саша, время. Саша, у тебя слайм. У меня сыр. У тебя слайм. Так что, ребятки, за сегодняшний день поставьте лайки. И до встречи в новом видео. Всем пока! Пока!